Заказывали. Вообще, конечно, не было такого желания заказывать, но попалось так попалось. Так, понять бы еще где. А, нет, я понимаю, что за карта. Это Кейт шефа кашет. Это клоун, по-моему. А вот не надо. По-моему, это клоун, и он где-то в мэне. Серьезно? Угу. Что я рядом с мэйном, и я прям это... Ага. Бутылочки летят. Б-52. Я боюсь, что там валидол какой-то уже. Блин, я, кажется, вижу, как он мимо пронес. Я на улице сижу. Я в здании рядом с мейном. А что она орнула на первом этаже? А, бутылочка попала. Ну да, в облачко. Бегай, бегай, сестра. У меня вчера был клоун с этим аддоном, мизинец там какой-то. Угу. Короче, в бутылку попадаешь в облако, и ты ваншотный. Очень весело. Блин, он рядом. Сушка. Сушка. Опять безжалостный. Спасибо, что предупредил. Так, он на улицу пошел. Нет. Ой, он меня не заметил, отлично. А чё, он кемпит, что ли? Он стоит. Да ладно. Угу. У меня кровные. Сушка. Да, он стоит. Она сливается. Да, она сливается. Кто ее спас? Кейдж спас, но он, по-моему, АФКшит. Ну, клоун, в смысле. Эй? Он даже не помешал ему. Чисто жопой отвернулся. А зачем тогда она сливалась? Что-то странно. Да. Ой, блин, ты сказал про шторм. А нет, не АФКшит. Провалило? Угу. Зачем она сливалась? Сюда идет, Кать. Куда? Прям сюда. Да не, там просто я провалила там, рядом, может поэтому? Да. Нет? Да? Короче, надо в тот край идти. Так, а у меня же уже не будет шторма, да? Я слышу, как ты чинишь. Чё делает Кейдж? Он рядом, я хуй пойму где он. А ты где? На мейне наверху. А я на твой сел. Да чем Кейдж занимается? А, понятно. Угу, сейчас я понятно. Понял, где... Он в том крыле был. Но он не покашет? Кейдж, ты посмотри, о чем стоял-то просто? Тихо, 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 только не шторм, тихо. Нормально. И не секучка, пожалуйста. Блин. У меня мышка застопилась, прикинь.
он в свое крыло пошел. Ну, конечно. Я спряталась. О! Смотри, не зря в шкаф залезла. Не чекнул? Не чекнул, ладно. У меня же строим на века. Еще инструменты установились, получается. Тоннелеры ебаны. Да. Я был рядом, он пошел за ним. Готов, сейчас за мной тогда. Или нет? Ой, я знаю, где подвал. Прям под тем местом, где я вычинил. Он рядом. Кемпит его? Да. Сушка. Вы снизу или сверху? Я снизу, а не сверху. Ой. Да ёб твою налево, ты что делаешь? А я вижу его. Блин, сюда пойдет, не пойдет? Ну, он вниз упал. Ну, он на мейне вниз. Угу. А сейчас он наверху. Твое крыло пошел. Через верх или через низ? Блять, он где-то тут еще рядом. Не вижу его. А, внизу ходит. В мейне, на улицу. Увидит, не увидит. На улицу пошел. Нет. Наверх на второй этаж пошел. Ой, дубина. Все, туши свет. Ну, сейчас он увидит. Ага, он сверху. Сушка, за тобой пошел. Ой, их тут вообще не сейвово. Ой, блядь! Ты чё спустился? Ты вернулась туда же? Ага. Упс. Я увожу его от мэйна. Не тормозись! Да что ты... Ёб твою мать. Ой, как красиво выглядит крюк. Блин, кровно, это просто имба. Ну, рядом, да? Да я его вижу прям. Да, рядом. Да-да, я пытаюсь сбежать. Сливаюсь. Подожди. Да сливаюсь, сливаюсь. Рассказываю. Идет, идет. Ты сейчас на него выбежишь. Сушка. Сушка ждет. Ждал, когда закончится. Часики. Угу. Сушка. Блять, уперся. Да убегай. Убегай. Вот сушка. Сушка. И смотри, меня первая поднял. Ах ты, крысюка.
Вот тебе тоннелеры, про которых ты спрашивала. Это да, ну знаешь, у нас очень плохо играл Томас, который... Здорово. Привет. Можно у вас украсть игры на несколько минут? Привет. Что такое? Ну, ты занят? Ну, говори. Отписать на крюке. Бесконечная подготовка Windows на компе после обнова Windows. К сожалению, по десятке я тебе ничего не подскажу. Надо откатывать обнову как-то. Я говорю, подготовка автоматического восстановления и все, больше ничего. Игорь, смотри, у них там драка идет. Какая? Этот... Кейдж пишет, фу, читер. Другая кладетка пишет. Я могу Кемпер. Камеру повернуть как-нибудь, а вот.